Продолжаем пресс-конференцию после матча с Строгино Композит. Главный тренер футбольного клуба Строгино Сергей Сбидулин, Сергей Рафатович. Очень эмоциональная, очень яркая игра, к сожалению, без положительного результата. И у вас эмоции от этой встречи? Чтобы был положительный результат, нужно проводить, наверное, ровный матч в плане того, что нужно начинать и заканчивать одинаково хорошо, да, будем так говорить. Провалили первые 30 минут, пропустили два мяча. Естественно, это никак не могло не отложиться на конечный результат. То, что ребята смогли изменить ход игры, то, что завладели инициативу, забили мяч, и близкие были ко второму, конечно, это здорово, это хорошо. Еще раз повторюсь, для того, чтобы был конечный результат в нашу пользу, в какой мы хотим, нужно играть с первой минуты. В чем причина, что уже вторую игру подряд команде не удается с первых минут показать свой футбол, и это выливается в виде пропущенных мячей? Ну, наверное, банально от простого скажем, что это, да, все-таки соперник нам не дает проявить свои лучшие качества. Вот. Еще момент, ну, это, наверное, в прошлый раз сказалось, сейчас скажу, видимо, проблема в том, что мы не можем донести ребятам со стартовых минут, чтобы они играли в тот футбол, в который необходим для достижения результата. С учетом того, что играли сегодня против лидера первенства, были готовы, что вот будет такой непростой старт, и что в какой-то момент поначалу придется играть вторым номером? И как готовились к этому? Был у нас вариант, чтобы отдать инициативу команде соперника, чтобы играть нам на ответных быстрых атаках. Вот. Ждали стандартные положения, причем потому что команда соперника там из там, 50%, там, чуть больше статистика была забита в стандартных положениях. В принципе, так и получилось. Стандартный слой пропустили, но, в принципе, мы со старта забили. Ну, в целом, наверное, вот эти действия, они, наверное, тоже повлияли на ход матча. Обычно в таких напряженных матчах вы не рискуете делать большое количество замен, потому что в такие матчи тяжело попасть. Сегодня все 5 замен вы произвели. Почему решили изменить этому своему принципу и использовать все варианты для резервистов? Рассчитывали на то, что новая свежая кровь сможет нести, наверное, что-то необходимое, да, скажем, для забитого мяча, для того, чтобы команда победила. Ну, на наш взгляд, по горячим следам можно сказать, что это все ребята, которые вышли на замену, они вышли, наверное, хорошо и, наверное, усилили игру. Хорошо, спасибо большое. Удачи. Всего доброго, до свидания.